Друзья, приветствую на канале. Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему парфюма, потому как запросов было достаточно много, и говорить мы будем с вами о бюджетном парфюме, который однозначно стоит вашего внимания, не только по моей рекомендации, но и по вашим же отзывам, которые я получаю. Сегодня поговорим с вами о достаточно бюджетной и очень качественной парфюмерии, которую я приобретала на сайте Pet de Paris, и продается она только там, никаких других вариантов ее приобрести нет. Эта парфюмерия достаточно бюджетная, она очень-очень, вот прям очень-очень похожа на многие дорогие брендовые духи, которые вы можете увидеть на сайте, то есть вы видите, как выглядит оригинал, который, например, вам нравится, и можете себе приобрести в значительно более дешевой стоимости те духи, которые вам бы хотелось попробовать, дорогие, но вы не знаете, понравятся вам они или нет, или просто вы не собираетесь тратить такую кучу денег, но аромат приятный вы хотите. Исходя из предыдущего видео, точнее сказать, из комментариев под предыдущим видео, сейчас я о них немножко расскажу. Я все-таки решила попробовать еще ароматы от этого бренда, от этого производителя, потому что те, которые выбирала я для себя, мне понравились очень. Отзывы от моих зрителей были разные, в большей степени они были очень положительные, но были и такие, когда мне писали, что Таня, это вообще не похоже на оригинал, или, например, те ароматы, которые ты брала для себя и которые понравились тебе, мне не понравились вообще, а вот те, которые мне порекомендовали девочки-менеджеры этого сайта, мне прям очень сильно понравились. И здесь я хотела бы сказать, что мы все с вами разные, люди разные, мне что-то может нравиться, но это же в то же время может не нравиться вам. Это совершенно нормальное явление, у нас абсолютно разные вкусы, разное восприятие и так далее. Поэтому да, вы можете ориентироваться либо на то, что нравится мне, если вы уже так или иначе приобретали что-то на мой вкус, либо ориентироваться по своим предпочтениям, когда вы, например, общаетесь с менеджером этого сайта, и вам предлагаются какие-то подходящие именно вам ароматы. Такое тоже возможно, никто как бы не против. Значит, что вообще касается этой темы, я бы хотела сказать, что, ну, не надо так категорично относиться, да, не надо сразу писать, что это типа как подделка под одежду и все остальное. Это для тех, кто не хочет тратить кучу денег. И вот вы мне объясните, какова альтернатива, например, стоят духи там 15 тысяч рублей, да, 10 тысяч рублей, оригинальные, в каких-то из знакомых нам с вами всем магазинов, но человек, ну, не может себе позволить купить за такие деньги, либо просто не хочет, но он хочет получить приятно пахнущий парфюм, который будет при этом стойким и который не будет отдавать вот этим таким, знаете, каким-то, я бы сказала, гаденьким ароматом каталожных духов, которые будут стоить столько же, а иногда и дороже. Какова альтернатива? Альтернативы нет. И очень здорово, что есть такой вариант, когда можно приобрести за недорого очень классный парфюм. Он на самом деле классный, я вам серьезно говорю, я пользуюсь им. Те, которые у меня есть, которые я покупала в дорогом магазине, да, по типу Литуаль и прочих, он стоит сейчас. Им я тоже пользуюсь, но вот эти ароматы я использую практически, да не практически, каждый день, я о них чуть-чуть попозже расскажу. Плюс сейчас на сайте есть возможность приобрести 4 аромата, то есть вы покупаете 3. Это все равно выйдет дешевле, чем если вы будете один за полную стоимость оригинальный аромат покупать в известном магазине, например, да, это будет 30 мл в данном случае. Вы можете оплатить 3, четвертый вам будет абсолютно бесплатно в подарок. Вот такая акция сейчас, можно воспользоваться. Классно сделать подарок себе такой, да, классно сделать подарок кому-то, какой-то вашей подруге, там, сестре, маме, неважно, потому что ароматы действительно классные. Те, которые я брала, лично для меня, вот знаете, я ведь на самом деле человек-нюхач, я об этом часто говорю, и вот каталожные духи я не могу использовать, потому что вот у меня остается какое-то неприятное послевкусие именно каталожных ароматов, и я не могу ими пользоваться, они меня просто бесят. Вот здесь, почему я делаю заказ второй раз. Здесь мне понравилось то, что ароматы очень напоминают те, которые я люблю, прям очень, на мой взгляд, я не знаю, может быть у вас по-другому. Более того, они очень стойкие, те, которые заказывала я, опять же, и они стоят недорого.
Да, то есть, ну, это классная альтернатива. Вот, например, что касается нравится мне или не нравится и стойкости, как вы можете видеть, кто там за мной наблюдает, да, из вас, те знают, что я не так давно приобретала для себя фитнес-браслет, потому что мне там нужно считать шаги и так далее, и, в принципе, я сейчас довольно активный образ жизни веду, и мне он нужен. Так вот, о чем я рассказываю. Когда я использую парфюм, я его наношу на запястье, да, как вы знаете, на запястье, там, за ушко куда-то. Так вот, если я утром следующего дня, я браслет этот не снимаю, от слова совсем, только для зарядки. Если я утром следующего дня побежала на йогу, я еще, естественно, не успела воспользоваться парфюмом, йога в 6:30, я встала, умылась, глотнула кофе и поскакала, то когда я занимаюсь йогой, и где-то рядом оказывается моя рука, у меня сразу так, какой классный запах, надо сегодня воспользоваться им. То есть он остается вот здесь вот на браслете, при том, что этот браслет вместе со мной принимает душ, как бы, и все вот эти вещи, да. Ароматы действительно стойкие. У меня их несколько. В этот раз я заказала для себя уже такие более, знаете, ну, на зиму, что ли, более такие потяжелее, менее свежие ароматы. Сейчас о них расскажу. Один из любимых моих ароматов на данный момент это вот такой вот. Это очень-очень похожий аромат на Жадор от Dior. Я его люблю, он мне нравится. И, на мой взгляд, он, ну, очень сильно похож. И, ну, он очень приятный, мне нравится, мне прям очень нравится, меня совершенно не парит, что это не оригинал. Еще раз повторюсь, оригинальные ароматы у меня тоже есть, и разные мои любимые, которыми я пользуюсь, но вот эти я использую также, и они классные, это прям здорово. На этот раз я заказала себе еще, сейчас мы вместе с вами откроем. Один из тех, что я взяла, это Шанель номер 5, это вот такая маленькая баночка с таким распылителем. Здесь у нас сколько, наверное, 30 миллилитров или сколько, я не знаю точно. Следующий аромат, который я взяла, сейчас я тоже вам его продемонстрирую, в таких коробочках, как вы понимаете, это у нас Kirkle. Этот аромат мне не знаком, я его не брала, поэтому соответствие оригиналу мне сложно сказать, да, насколько он соответствует, но этот аромат мне нравится, и мне он представляется действительно таким каким-то, знаете, более зимним, что ли. Давайте вот так сделаем. Хотя, может быть, даже и не зимний, но очень-очень приятный такой аромат, мне нравится. Мне нравится, нет, все-таки он более осенний, на мой взгляд. Тоже с удовольствием буду его использовать. Такой аромат какой-то, знаете, насыщенный, какой-то наполненный, очень... Очень интересно, я бы так сказала, прям интересный. Следующий, который я для себя взяла в этот раз, это Pink Molecula 090.9. Такую я уже приобретала в оригинале. Ой, сейчас у меня запахи смешались. И мне она нравилась, я ею пользовалась, но стоит она, конечно, в оригинале очень-очень небюджетно. Поэтому, если вы хотите попробовать аромат, который, ну, на 99, наверное, давайте так, для скептиков на 95% похож на оригинал, можете себе заказать вот такой и с удовольствием им пользоваться. Потому что, еще раз повторюсь, главная прелесть всего происходящего вот с этими ароматами, это то, что они сами по себе, даже если опустить тот момент, что это как бы копия оригинала, да, они сами по себе приятно пахнут, очень приятно. Они стойкие, они прям классными парфюмами пахнут, поэтому, интересно, так сказала, парфюмами пахнут, ну ладно. В общем, девочки, мне нравится. От себя я могу порекомендовать однозначно. Прям вот без каких-либо сомнений. Более того, в каждой посылке приходит сертификат Евразийский экономический союз, декларация о соответствии. Вот так вот она выглядит. Здесь есть печати и подписи. Я в этом ничего не понимаю, но она, тем не менее, есть. Бог с ним. Еще хочу добавить, как я уже сказала, во-первых, вы можете воспользоваться акцией и приобрести 4 аромата по цене 3, которые и так будут стоить очень-очень недорого. Дальше вы можете воспользоваться, например, попробовать те ароматы, которые нравятся мне, и вы можете воспользоваться помощью менеджера, который подскажет вам именно тот аромат, который нравится вам и подойдет именно вам. Хотя на сайте есть описание ароматов, там верхние ноты и так далее, в этом я тоже не сильно. Но вы можете определиться, как пахнет этот аромат, чем он пахнет и нравятся ли вам вообще такие нотки. Вот. Что касательно меня, я ими действительно пользуюсь, девочки. Вот видите, вот таких вот стеклянных у меня уже 3 и 2 вот таких вот малыша.
в маленьких таких пластиковых распылителях. Но это тоже меня совершенно не напрягает. Вот серьезно. Я не знаю, меня вообще не парит этот момент. У меня нет такой зацикленности какой-то, что типа, если это стоит бюджетно, то это какая-то ерунда. И типа, если я купила что-то недорогое под какой-то оригинал, значит, что-то со мной не так. У меня вообще нет таких ассоциаций совершенно. Мне либо нравится, кто меня смотрит, тот знает, что я могу абсолютно спокойно выбросить какой-то товар, который я купила за кучу денег, и он меня чем-то выбесил или мне не понравился. Он отправится в мусорку без каких-либо проблем. То есть у меня вот таких вот пунктиков нет. Знаете, если я купила задорого, пофиг, даже если это кажется каким-то прям вот какой-то какой, я все равно там доем до конца, если заплатила за блюдо много, например, да, либо буду мучиться, вот знаете, как вот это мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактусы, и буду пользоваться товаром, который дорого стоит, но мне не подходит, или как типа, знаете, вот это вспомнилась история с устрицами. Кто-то их вообще не переварит, особенно вот некоторые наши черноморские, да, устрицы. Я, например, один раз их пробовала и больше никогда не буду. Возможно, средиземноморские устрицы, они как-то по-другому совершенно, да, оказывают влияние на людей, и по вкусу они другие, но те, которые я пробовала черноморские, это, конечно, нечто невообразимое, и пробовать я больше никогда не буду, но я услышала такую фразу, что типа, ты что, это же дорого, это же круто. Просто, наверное, это вы до этого еще не дошли. Это не ваш уровень. Ну, видимо, просто это не ваше. То есть, понимаете, какое, да, отношение иногда бывает у людей. Это тоже нормально, у каждого свое право, да, все вы разные. Если это дорого, даже если тебе это не нравится, типа, значит, ты должен заставить себя, чтобы тебе это нравилось, потому что это дорого, это типа круто. У меня совершенно не так. Мне может понравиться то, что стоит 3 копейки. Это можно понять даже по моим видео из фикс-прайса, когда я покупаю что-то там за 50 рублей и прихожу просто в щенячий восторг от этого. Или когда я выбрасываю то, что стоит 1000 рублей, и меня это не парит. Поэтому как-то так. Видимо, я проще многих отношусь к таким вот моментам. Опять же, дорогие ароматы у меня тоже есть, но и вот такими вот недорогими малышами я тоже пользуюсь и пользуюсь с большим удовольствием, как это ни странно. Помимо этой акции, что 4 аромата по цене 3, если вы хотите попробовать что-то, вы можете по моему промокоду, который я оставлю в описании под этим видео, заказать для себя, либо на подарок кому-то аромат и воспользоваться 10% скидкой, которую нам предоставляет сайт по моему промокоду. Вот, пользуйтесь, не благодарите. Если будете что-то заказывать для себя, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео или, может быть, мне в директ в Instagram ваш отзыв. Возможно, вы какой-то парфюм попробуете, который вас вообще приведет в восторг. Поделитесь, нам это будет очень интересно, я потом расскажу девочкам. Либо понравился ли вам мой выбор, напишите об этом, это тоже будет важно. На этом я сегодня попрощаюсь. Это все, что я хотела вам сказать. Вообще хочется пожелать: расслабьтесь, делайте то, что вам нравится, пользуйтесь тем, что вам нравится, не обращайте внимания ни на кого и даже на меня. Если вам нравится исключительно дорогой парфюм, это замечательно, это ваше право. Если вам нравится что-то бюджетное, вас это не делает каким-то не таким человеком. Все нормально, все хорошо, расслабляемся и получаем удовольствие. Друзья, это все, на этом я сегодня с вами попрощаюсь. Благодарю вас за внимание, люблю, целую. Пока-пока.